Привет! Меня зовут Оля. Сегодня вместе будем готовить ананасовый торт. В нем будет классический бисквит, прослойка ананаса и сырный крем. Торт мягкий, нежный, как облако, тающий во рту, очень ароматный и с необычным вкусом. Бисквит. В миску для взбивания перекладываю яйца. Добавляю 1,5 столовых ложки горячей воды и сразу же начинаем взбивать миксером. На высокой или максимальной скорости 1-2 минуты. Должна получиться пышная пена. Теперь смешиваю сахар и ванильный сахар. Понемногу подсыпаю, продолжаю взбивать. Когда сахар закончится, взбиваю еще 2-3 минуты на максимальной скорости. Должна получиться пышная светлая масса. Теперь муку смешиваю с крахмалом и разрыхлителем. В 2 приема просеиваю во взбитую массу и быстро перемешиваю миксером на минимальной скорости. Взбивать не нужно, просто аккуратно перемешать, чтобы не осела яичная масса. Можно перемешивать лопаткой, если боитесь, что масса сильно сядет. Готовое тесто перекладываю в форму диаметром 18 см. Высота формы должна быть не ниже 6,5-7 см. Я использую разъемное кольцо. Немного прокручиваю, чтобы бисквитное тесто равномерно распределилось. Сразу же убираю в духовку, при 180 градусах пеку бисквит 30-35 минут. Готовность бисквита проверяю зубочисткой. Сразу же подрезаю его по краю формы, кольцо снимаю, а бисквит переворачиваю на решетку. В таком виде оставляю его до полного остывания. Если бисквит хотите испечь заранее, как остынет, заверните в пищевую пленку и храните так до сборки торта. Ананасовая прослойка. Желатин заливаю водой и оставляю набухать. Ананасовые кольца нарезаю мелкими кубиками. Бывают ананасы, в которых эта часть довольно твердая. Если вам такие попадутся, твердую часть лучше отрезать. Кубики перекладываю в сотейник и добавляю 120 мл сиропа с банки. Сюда же добавляю 1,5 столовой ложки лимонного сока, перемешиваю и убираю на плиту. В это же время крахмал развожу водой. Размешиваю до однородности. Когда ананасы в сиропе закипят, вливаю разведенный крахмал, довожу до кипения, немного провариваю секунд 30 до легкого загустения и убираю с плиты. Теперь добавляю желатин и хорошо размешиваю до однородности. Важно, чтобы весь желатин растворился. Когда ананасовая начинка полностью остынет, закрываю крышкой и убираю в холодильник на 2 часа. В итоге должно получиться такое гель-желе. Если желе сильно застыло, добавьте немного горячей воды и перемешайте. Для пропитки бисквитных коржей сироп из ананасов смешиваю с водой в пропорции 1:1. Нужно всего 130 мл, то есть 65 мл воды и столько же сиропа из ананасов. Довожу смесь до кипения и оставляю полностью остыть. Остывший бисквит разрезаю на 3 коржа. Крем.
Теплое масло взбиваем миксером 4-5 минут до светлой и пышной массы. Понемногу добавляю сливочный сыр и продолжаю взбивать. В конце добавляю сгущенное молоко. По вкусу можно немножко больше или меньше. Масло и сгущенка у меня комнатной температуры, сыр из холодильника. Крем перекладываю в кондитерский мешок или пакет со срезом в 1 сантиметр. Все готово, теперь можно собирать торт. На блюдо выкладываю первый корж, пропитываю его. Из крема делаю бортик. В центр выкладываю половину ананасовой начинки. Закрываю кремом и разравниваю. Сверху второй корж. Немного его прижимаю. Также делаю бортик из крема и в центр помещаю оставшуюся ананасовую начинку. Закрываю кремом. Теперь третий корж. Немного его прижимаю и хорошо пропитываю. Бока и верх торта покрываю кремом. Из оставшегося крема делаю украшение сверху. Торт убираю в холодильник на 30 минут. Для украшения я использую кокосовую стружку и белый шоколад. Стружкой посыпаю бока торта. Шоколад натираю овощечисткой и высыпаю сверху. В таком виде торт убираю в холодильник еще минимум на 3 часа. Ну вот, торт готов. Он получился диаметром 18 сантиметров, высотой 7 сантиметров и весом 1 килограмм 300 грамм. Торт с тропическим вкусом и ароматом. Он очень нежный, мягкий и такой необычный на вкус. В общем, надеюсь, я вас вдохновила. Буду ждать впечатления и комментарии. Ставьте лайк и до новых встреч. Пока!